Здравствуйте, уважаемые вязальщицы! Я вас приветствую на моем YouTube-канале, который посвящен вязанию. Канал называется Емеля Нитинг. Пользуясь случаем, хочу пригласить вас на мой новый YouTube-канал влог. Ссылка будет внизу под видео и на главной странице моего вязального канала. Мой новый канал посвящен кулинарии, быту и вообще все, что случается интересно в моей жизни, обзором каких-то товаров. Добро пожаловать! Продолжим. В сегодняшнем видео я хочу показать вам, как я свяжу вот такие митинки. Будет подробный мастер-класс с таким узором елочкой. Пряжа будет выбрана другая, но по аналогии таких митинок. Прибавку на палец я буду делать не здесь, буду делать вот в этом месте прибавку на палец. Ладонь у нас будет гладкая и с небольшими изменениями вы посмотрите. Я буду вязать из твида, вот такой серый твид, как вы видите, я его уже вязала, расплела и замотала вновь клубочек. Это твид Arte Merlin, 50 грамм, 210 метров, 86 мериносовая шерсть, 14 полиамид. Благодаря вот этому полиамиду твид вот этой фирмы, в отличие от, например, от Бруклин твида, гораздо прочнее сама нитка. И с ней проще работать с натяжением. Да, 30-градусная стирка. Рекомендуют нам спицы выбрать 3-3,5. Я буду использовать спицы номер 2,5. Цвет 0,39. Такая пряжа. Описание. Для таких митинок нам понадобится один моток пряжи 50 грамм на 210 метров. Я использовала и рекомендую вам использовать спицы 2,5, чтобы полотно получилось плотным, непродуваемым. И впоследствии не растягивалась. Перед тем, как вязать, вам необходимо будет связать образец из вашей пряжи ровно тех узоров, которые вы используете. У меня это три узора. Узор изнаночная гладь, резинка один к одному и непосредственно узор елочки. Каждый образец вам нужно постирать в том режиме стирки, как рекомендует производитель, высушить в ровном положении и потом уже измерять. Мой образец изнаночной глади по плотности составляет вот столько. В 5 сантиметрах 12 петель. Я, значит, 12 петель делю на 5 сантиметров и получаю количество петель в 1 сантиметре 2,4. Резинку 1 к 1. Она имеет раппорт 2, запомним это. И я ее буду вязать скрещенными. В 5 сантиметрах такой резинки 13 петель. 13 петель делим на 5 сантиметров, получаем 2,6 петли в 1 сантиметре. Узор елочка я также провязала. Что касается раппорта узора, вот мой образец. В раппорте, в общем, раппорт состоит, так скажем, из трех составных частей. Самый маленький раппорт, кратный всему узору, 3 петли, затем 12 петель у меня половинка и 24 петли. В сумме вся ширина узора, который я буду использовать. Здесь перед вами 18 петель я буду делать шире. Значит, я связала этот узор. 18 петель у меня занимает 5,3 сантиметра. И я 18 петель делю на сантиметры 5,3. Получаю 3,4 петли в 1 сантиметре. Так как мой узор состоит из 24 петель, то мне нужно узнать, сколько сантиметров будет мой узор. 24 петли я умножаю на 3,4 петли в 1 сантиметре, получаю 7 сантиметров узора у меня он будет занимать. Теперь переходим к обмерам вашей ладони. Для того, чтобы связать митинки, нужны вот следующие вот эти размеры. Эти же размеры подойдут для вязания варежек и перчаток. Нам пригодятся не все, но лучше сразу, если вы вяжете на заказ, то всеми этими замерами, обмерами обзавестись. Нам необходимо обхват запястья, обхват ладони, длина от запястья до мизинца, от запястья длина до самого длинного пальца, внутренняя длина большого пальца и от запястья до кончика большого пальца. Вот эти нам замеры понадобятся. Рассчитываем, сколько петель нам необходимо набрать
чтобы начать вязать резинку для запястья. Наш обхват 16,5 сантиметров я умножаю на количество петель в одном сантиметре 2,6. Получается размер цифра 43 петли. Я уберу одну петлю в меньшую сторону, потому что полотно в любом случае растянется. И мне нужно для раппорта, у нас 2 раппорт, мне нужно кратно 2, 42 петли. Для набора петель и замыкания вязания в круг я наберу 43 петли. Далее рассчитываем ладонь. Ладонь у нас 18 сантиметров. Из этих 18 сантиметров 7 сантиметров у нас будет занимать узор. Остается у нас 11 сантиметров на изнаночную гладь. Я 1 сантиметров умножаю на 2,4 петли в одном сантиметре, получаю 26 петли для изнаночной глади. 26 петель изнаночной глади и 24 петли узора елочка. Суммирую, получаю 50 петель у меня будет на ладони, да, вот на самой вот этой широкой части. Для запястья мне нужно 42 петли, для ладони 50. Разница у них будет 8 петель, то есть мне после резинки нужно прибавить 8 петель. Причем мне эти 8 петель нужно прибавить равномерно, потому что если по резинке мы просто сразу прибавим в круговую 8 петель, то у нас будет такой как бы здесь пузырь после резинки, поэтому лучше прибавки сделать равномерно к самой широкой части. Если у вас ладонь имеет какие-то сильные вот здесь вот выпуклые, потому что бывают ладони, когда узкое запястье, и сразу расширение идет, такие здесь, косточки или мышцы, то да, конечно, нужно сразу делать прибавку. Но так как ладонь у меня равномерно прибавляется, то я прибавку тоже сделаю равномерную. 8 петель. Как я буду распределять прибавки? 24 петли узора у нас располагаются на тыльной стороне ладони. Вот здесь, и чтобы вот так рисунок не переезжал к большому пальцу, с этой стороны я оставлю большое количество петель изнаночной глади и смещу тем самым рисунок к мизинцу. Сейчас покажу как. И еще не забываем про вот эти прибавки для расширения ладони. Итак, 24 петли узора у нас будут располагаться здесь. Прибавки 8 петель я сделаю на 4 точках по 2 петли. И большой палец я буду набирать, отступая от узора, вот так, 7 петель. И вот так у меня будут идти вот здесь прибавки на этой митинге по-другому выполнены. Но так как я еще 2 петли прибавляю, то я от узора сейчас отступлю 5 петель. Потом распределю маркеры на спице 3, 5, 5 петель. И между ними сделаю равномерные прибавки. Прибавки вот эти я буду делать не в каждом ряду, не через ряд, а через 2 ряда, чтобы максимально плавно сделать расширение от запястья к ладони. Ну все, приступаем вязать. Для резинки 1 к 1 нам нужно набрать 42 петли и 1 петлю для соединения вязания в круг. Я набираю петли моим излюбленным способом. Я в каждом видео его показываю. Здесь я буду так бегло набирать, но вы, в принципе, можете набрать удобным вам способом. Главное, чтобы этот наборный край был эластичный. Что говорить об итальянском наборном крае? Вот для твида он не то чтобы не очень применим, но с ним нужно быть очень аккуратным, так как там набирается вдвое меньшее количество петель в первом ряду, да, при наборе. И дальше нужно вывязывать. И при вязании из твида нить может порваться в итальянском наборе, потому что нить у твида достаточно хрупкая в сравнении с обычной классической скруткой. Поэтому либо вы набираете итальянским набором, во-первых, на более крупных спицах, на один размер больше, и еще достаточно слабо, чтобы у вас была возможность набрать, второй ряд итальянского набора, провязать и не порвать нить, иначе у вас нить будет просто рваться.
Поэтому лучше сделайте либо обычный наборный край, либо вот там будут нюансы у вас при вязании итальянским набором. Я набрала нужное мне количество петель. Теперь мне нужно снять вязание в круг. Митинги я буду вязать методом Magic Loop, поэтому мне нужно распределить петли по спицам. В методе Magic Loop петли распределяются следующим способом. На дальней стороне лески половина петель, и вот здесь впереди половина петель, и на правой, левой тоже поровну. Поэтому я 42 петли делю на 2, это 21, и 21 еще раз на 2, это 10-1. Сейчас покажу. Беру 10 петель, 2, 4, 6, 8, 10. Вынимаю леску и переношу вот эти петли на одну из спиц. С другой стороны тоже отделяю петли 2, 4, 6, 8, 10, 11, половина и 1 для снения вязания в круг. И вот в эту часть так вывожу леску. Вывела. Перед тем, как соединить вязание в круг, посмотрите, чтобы у вас не были перекручены петли, потому что если у вас будут перекручены, потом это не исправить, нужно просто будет заново перенабрать. Соединяем вязание в круг, снимаем правой спицей левую петлю, левой спицей правую петлю. Сняли одну, вторую, и через правую петлю выводим петельку. Раз. И снимаем правую петлю. И затянули. Соединили. Вяжем первый ряд. Резинка один к одному. Простым вот способом. Лицо, изнанка, лицо, изнанка. До конца ряда. Когда вы довязали все петли на одной спице, перетаскиваете леску. Надеваете на левую спицу ваши петли. Вот так. А с правой спицы, наоборот, петли снимаете. Вот так. Разворачиваете. И продолжаете вязать. Здесь у нас была крайняя петля лицевая. Значит, начинаем с изнаночной. Вначале может показаться достаточно трудным этот метод, если вы не вязали, но потом он оказывается самым удобным на самом деле. Лицо, изнанка. Все, до конца ряда продолжаем. Я провязала весь первый ряд. Теперь, приступая ко второму ряду, я с этого ряда, со второго и до конца резинки, буду вязать лицевые все петли скрещенными. Как это делать? Смотрите, вот у нас лицевая петля. У петли есть правая стенка и левая. У меня правая стенка сейчас вот здесь впереди на спице. Я сниму петельку, покажу. Правая стенка у петли уходит вот сюда направо, к правой части вязания. А левая стенка петли уходит налево. Так вот, в грамотном вязании, например, в глади, в лицевой, в изнаночной, нужно вязать всегда за правую стенку, тогда у вас полотно будет ровным. И, в принципе, все резинки нужно вязать тоже за правую петлю. Но сейчас стал применяться метод скрещенных петель, и в данном случае я его буду использовать для того, чтобы у меня резинка стала более плотной, и лицевые петли не раскрывались как бы в полотне в этом. Значит, я сейчас верну резинку, петлю обратно, и я буду вязать за левую стенку. То есть по правилам нам нужно было бы вязать за правую стенку, но мы будем вязать за левую. И тогда у нас петелька перекрутится. Я ввожу спицу в петлю и вывожу вот здесь сзади. И вот за левую стенку я буду цеплять рабочую нить. Цепляю нить. И вывожу. Сейчас подтяну, покажу ближе. И у нас петелька, через которую мы вывязали, она перекрутилась.
Сейчас я рядом провяжу это изнаночное, петлю обычным способом, вот за правую стенку, и мы их сравним. Вот эта петля выглядит классическим методом, вот нижняя, да, у нее петелька раскрыта. А вот эта петелька скрещена, видите, как она плотно сидит и замкнута. Будем вязать вот этим методом. То есть за левую стенку. Изнаночной обычным способом за правую стенку, все лицевые за левую стенку скрещенными. И так вяжем до конца резинки то количество рядов, которое вам необходимо. Я буду вязать где-то 5-6 сантиметров и встретимся, когда мы всю резинку свяжем. Я провязала 6 сантиметров резинки, у меня это получилось 27 рядов. Вот так выглядит резинка с скрещенными лицевыми петлями, один к одному. С изнаночной стороны вот так смотрится. Вот так выглядела бы у нас резинка с лица, если бы мы вязали обычными петлями. То есть это у нас так выглядит сейчас изнаночная. Так более эстетично, аккуратнее. Так, распределяем петли по нашим спицам. Так как у нас здесь с этой стороны спиц 21 петля, для узора нам необходимо 24, то я с одной стороны спиц перекину на другую еще 3 петли, чтобы мне было удобно выполнять рисунок. С одной стороны я передвину 2 петли. И с противоположной стороны еще одну. Вот так распределим петли. Значит, у нас сейчас вот здесь 24 петли, а с другой стороны 18. Так, значит, запомнили, здесь у нас 24 петли для узора. Нам нужно отступить 5 петель для большого пальца слева. 3, 5. Вешаем маркер. Угу. Теперь, начиная справа, мы будем еще повесим 2 маркера для прибавок. 2, 4, 5. Желательно повесить другого цвета, просто чтобы они вас не сбивали. Чтобы было понятно, для прибавок у нас зеленые маркеры, для большого пальца, вот ну, у меня, значит, оранжевый. 3, 5. И вот здесь у меня будет прибавка. И 3 петли. Итак, начинаем вязать основной узор для митинок. Сейчас я провяжу первый ряд узора без прибавок. То есть я эту сторону провяжу изнаночными петлями, а сторону противоположную для узора лицевыми петлями. Один ряд я так сделаю. Вяжем изнаночными петлями. Одну сторону. Провязали одну половину. Здесь я провяжу лицевыми петлями. Здесь уже не нужно вязать скрещенными лицевыми. Все, дальше все полотно вяжется классическими лицевыми петлями за правую стенку. Иначе узор будет у нас некрасивый, стянутый. Провязали лицевыми петлями. Возвращаемся обратно. И довязываем ряд изнаночными петлями. Довязали ряд. Здесь нам нужно делать прибавку, вот эту,
как бы по центру, одну из двух петель. Я для того, чтобы сделать прибавку, подниму перемычку. Перемычка – это у нас соединительная ниточка, которая идет между двумя петлями нижнего ряда. Я перемычку надену на спицу и провяжу из нее ту петлю, которую мне нужно по данному рисунку. У меня это изнаночные петли. И обязательно перемычку мы скрещиваем, чтобы прибавка у нас была невидимой, не было дырочки. То есть мы берем за тоже левую стенку перемычки, есть правая стенка, которая идет к правой стороне вашего полотна, и левая стенка, которая идет к левой стороне полотна. Нам нужно вязать за левую стенку. Она у нас позади. Заводим спицу и провязываем. Переодеваем маркер. Продолжаем вязание изнаночными петлями. Дошли до маркера, который у нас обозначает прибавку для большого пальца. Берем перемычку перед ним, надеваем на спицу и также провязываем за левую стенку, за дальнюю изнаночную петлю. Заводим спицу, провязываем изнаночную петлю. Продолжаем вязание до конца спицы, провязали. Переходим на другую сторону. Здесь у нас нужно сделать еще по одной прибавке справа-слева от узора. Берем стенку, вот она, надеваем на петлю, на спицу, и также провязываем изнаночную петельку. Вот так завели спицу, провязали изнаночную петлю. Продолжаем вязать узор, пока мы не будем делать перемещение петель. Формирование узора в следующем ряду уже будем переставлять петельки. Довязали до конца узора, снова делаем прибавку, поднимаем перемычку. Вот так будет удобнее. И за левую стенку провязываем изнаночную. На внутренней стороне ладони мы будем вязать изнаночными петлями. Крайние вот эти петельки, вот с этой стороны в методе Magic Loop нужно вязать достаточно плотно, чтобы у вас там не было расстояния, слабых петель, чтобы не было. Довязываем до маркера. Здесь мы прибавку еще не делали. Поднимаем перемычку предыдущего ряда. Надеваем на спицу за левую заднюю стенку, вводим спицу и провязываем изнаночную петлю. Все, в данном ряду мы сделали все прибавки, которые нам нужны. Теперь мы просто довязываем ряд до конца. Теперь прибавки для ладони, для этих зеленых маркеров, мы сделаем через два ряда. А прибавку для большого пальца, вот здесь мы выполнили ее, мы сделаем через один ряд. То есть сейчас мы просто провязываем. И переходим на узор. Сейчас мы повесим один маркер в
центре узора. Для этого нам нужно поделить вот эту сторону пополам. Здесь мы по одной петле уже прибавили, поэтому у нас здесь для узора не 24, а 26 петель. Нам нужно считать 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Вот здесь повесим маркер. Проверим себя. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Все верно. Сейчас будем вязать узор. Объясню один момент. Почему я сделала прибавку одной изнаночной петли именно на этой стороне, со стороны узора? Когда вы вяжете вот таким методом Magic Loop, и в принципе даже если будете вязать на четырех спицах, то крайние лицевые петли, вот эти, которые расположены ну, в начале и в конце, вот по одной половинке, на одной части, они будут, вот эти лицевые петли, очень некрасиво выглядеть, они будут как бы, ну вот, не вот, вот так вот сильно растянуты, вот как здесь это выглядит, то есть все полотно у вас будет очень такое ровное, аккуратное, а крайние петли будут выглядеть вот именно вот так, некрасиво. Для того, чтобы избежать вот этого эффекта, я, так как у меня узор расположен на изнаночной глади, да, вот как бы есть узор, а все остальное это изнаночная гладь, то я одну петлю изнаночной глади буду провязывать с этой стороны, она и будет крайней, чтобы нивелировать вот эту лицевую петельку крайнюю в узоре, чтобы она была всегда у меня красивая, ровная и аккуратная. Итак, одна петля изнаночной глади, мы ее провязываем. Сейчас нам нужно делать перекрещивание каждые 3 петли. С этой стороны справа от маркера у нас петли будут наклоняться влево, с левой стороны от маркера. В общем, все петли смотрят на маркер, наклонные. Значит, вот эту петлю мы будем наклонять налево. Берем и вводим спицу во вторую петлю. Вот так. Ввели. Снимаем первую петельку со спицы и тут же подхватываем. И снятую правой спицей петлю возвращаем обратно на спицу левую. То есть мы поменяли очередность вязания первой, второй петли и сделали, в общем, наоборот. Вторую сделали первой, первую сделали второй. Провязываем одну петлю и вторую петлю. Здесь очень внимательно смотрите, чтобы ваши петли не были скрещенными, чтобы они были всегда открыты. Так, две петли раппорта самого первого мы провязали. Провязываем одну петлю просто лицевой. Снова делаем перемещение. Вот эту петлю нам нужно поменять со второй петлей местами. С обратной стороны вводим спицу во вторую петлю, первую петлю сбрасываем и тут же подхватываем другой спицей. Надеваем снятую петлю обратно на спицу. Провязываем одну, провязываем вторую. Следующую петлю просто провязываем. Снова меняем спицы, петли местами. Сильно не затягивайте полотно и не ослабляйте. Так, все правильно сделали. Вот у нас осталось 3 петли из последнего вот этого маленького раппорта. Опять заводим вот так спицу во вторую петлю. Поменяли местами. Провязываем одну петельку, вторую, эту просто провязываем. Снимаем маркер. Теперь нам нужно наклонять петли вправо. Первую петлю снимаем. И здесь на левой стороне от маркера вводим рабочую спицу спереди, как бы с внешней стороны. И вот эту петельку мы будем менять с изнаночной стороны. Смотрим внимательно. Снимаем первую петлю со спицы, тут же подхватываем. Вот так.
У нас много маркеров. Переодеваем, провязываем. Провязываем одну петлю. Еще раз спицу вводим спереди во вторую петлю. Снимаем первую петельку. Вот так. Меняем петли местами. Провязываем одну, вторую, третью. Нашего раппорта я провязала, осталась одна крайняя изнаночная петля. Мы ее просто провязываем. Переходим на внутреннюю сторону. Провязываем ряд до конца. Не вяжите слишком плотно и слишком слабо, я говорила, нет, чтобы не было у вас вроде стянутых петель и в то же время сильно затянутых. В общем, надо какой-то баланс найти. Довязали до конца ряда. Вот этот у нас маркер обозначает прибавку, в то же самое время конец и начало ряда. Мы не будем делать, да, прибавку на расширение ладони. Вяжем до прибавки для большого пальца. И сейчас мы ее сделаем. Мы провязываем петлю, доходим до большого пальца, до маркера, берем перемычку, надеваем на петельку и за левую дальнюю стенку провязываем изнаночную петлю. Переносим маркер, вяжем дальше. Перемещение петель в узоре мы делаем также через один ряд. Но есть нюанс, сейчас покажу, как мы будем вязать этот ряд в узоре. Провязываем первую изнаночную петлю узора. Так, подходим к узору. Первую петлю мы провязываем. Вот эту петлю, которую мы переместили, которая у нас будет идти с лица, она у нас покажет рисунок. Вот эти петельки. Вот эти наклонные петельки. Они у нас во втором ряду, в котором мы не делаем перемещения, просто переносятся с левой спицы на правую. И поэтому становятся более вот такими вытянутыми. Итак, вот эта петля, которая образует рисунок, мы ее переносим с левой спицы на правую, не провязывая. Нить рабочую за ней просто проносим, проводим, но не затягиваем, чтобы она... Вот такую петельку нам сделала, просто перемычку. Такую. Петля не провязана. Так, смотрим. Провязали, провязали, сняли. Раз, два, сняли. Раз, два, сняли. Желательно в снятых петлях не перемещать стенки справа, ну вот вперед-назад, чтобы у вас потом не было путаницы. Раз, сняли. Раз, два, сняли. Раз, два, сняли. Раз, два, сняли, провязали изнаночную. Переходим опять внутрь. Ряд вяжем до конца. И уже в этом ряду мы будем делать, затягиваем вот эту петельку крайнюю. И уже в этом ряду мы будем делать прибавки для
ладони. Провязали. Делаем прибавку для расширения ладони. Берем перемычку. Вот она хорошо видна. Надеваем на спицу. Право желательно поставить перед спицей. Провязываем. Помогаем пальцем, так поддеваем изнаночной петлей. Раз, провязали. Вяжем дальше. Мы в предыдущем ряду делали прибавку для большого пальца. Сейчас нам эта прибавка... Просто провязываем, не делаем прибавку. Так, теперь делаем прибавку вот здесь, перед узором. Но так как мы на этой стороне уже сделали прибавочку, вот тут перед узором, мы можем прибавку выполнить с этой стороны вязания, не переходя на другую сторону. Поддеваем петельку, перемычку, провязываем изнаночной петлей. Здесь петли выглядят немножко растянутыми, это ввиду того, что спицы растягивают, поэтому нужно затягивать вязание, когда вы делаете, вяжете методом Magic Loop, потому что и спицы тянут, и нужно потуже вязать. Так, начинаем вязать узор. Первую петлю провязываем, вот наша снятая впереди петля, которая образует рисунок. Подходим к ней, заводим спицу за петлю, петляем, меняем петли местами, провязываем. Еще раз провязываем до петли, заводим спицу за петлю, меняем местами. Дальше, когда рисунок уже будет появляться более четкий, будет точно видно, какую петлю мы снимаем и перемещаем. Поменяли местами, провязали. Переносим маркер и переходим на следующую сторону. Здесь спицу заводим впереди, меняем местами петли, чтобы наша петелька, которая образует узор, делала рисунок, да, на лицевой стороне полотна. Поэтому нам нужно ее перемещать с лицевой стороны. Провязываем, меняем петли. Так. Достаточно трудоемкий рисунок ввиду того, что вот так нужно постоянно менять. Так, провязали изнаночную петлю. Помним, что в этом ряду нам нужно сделать прибавки для расширения ладони. Сейчас мы их сделаем. Поднимаем перемычку предыдущего ряда между петлями. Вот она. Надеваем ее на спицу, провязываем изнаночной петлей за левую стенку. Постарайтесь поймать. Есть. Так, провязали. Вяжем до маркера. Довязали до маркера, делаем прибавку. Навешиваем перемычку за левую стенку, провязываем изнаночную петлю. Все, нам эти маркеры больше не понадобятся. Мы все прибавки, что нам необходимо для расширения от запястья к ладони, выполнили. Маркер, обозначающий начало и конец ряда, в данном случае нам не нужен. Сняли. Вяжем до большого пальца. В предыдущем ряду мы просто провязали для большого пальца весь ряд, петли не делали прибавок, поэтому сейчас мы провязываем и делаем прибавку. Единственное, я порекомендую вам, какой маркер расположить. Так как у нас большой палец потом выделяется отдельно провязать, нам нужно точно знать, сколько петель для большого пальца мы уже прибавили. Мы в данном случае прибавили 2 петли до большого пальца. Вот сюда маркер вешать я не буду, чтобы он мне не мешал в вязании. Я повешу вот тут,
маркер, и потом по мере прибавления полотна я буду считать, сколько у меня петель уже прибавилось на большой палец, и буду знать, когда мне нужно его переносить и вязать отдельно. Накидываем перемычку, провязываем изнаночной петлей. Маркер сохраняем. Все, все прибавки для ладони мы сделали. Теперь мы сейчас будем только прибавлять большой палец и делать узор елочкой. Центральный маркер для узора я никогда не убираю, чтобы он мне подсказывал, где у меня узор начался и закончился. Так, в этом ряду смотрим, мы сделали перемещение, петля провязана, значит, мы просто переносим петлю. 2, сняли. Вот здесь у нас две петли встретились, нам нужно эту снять и эту, я так и делаю. Переношу маркер, вторую рядом тоже снимаю и рабочую нить не затягиваю, а спокойно провожу за петлями. Снимаем. Вот только перемычка у нас уходит крест-накрест, мы, значит, здесь делали прибавку. Соответственно, в этом ряду мы прибавку не делаем, прибавку выполняем через ряд, вяжем дальше. Переходим на узор, провязали 2 петли, снова делаем перемещение. Здесь у нас 2 петли уже встретились, да, вот эти, которые сделали первую вот эту галочку. Мы их просто провязываем. У нас как бы здесь рисунок завершился. Довязали до маркера большого пальца, накидываем перемычку, провязываем ее изнаночной. Сейчас узор мы просто будем провязывать и петли елочки переснимать. Так, у нас очередная сторона с узором. Провязываем первую изнаночную. Теперь нам нужно вводить новую петлю для вот этого, для наклона, потому что все предыдущие у нас закончились. Как мы это делаем, как мы это поняли? 3 петли, и вот эта петля, которая образует наклонный рисунок, она 4. Значит, нам сейчас нужно делать новую такую наклонную петлю. Мы ее делаем таким же способом. Мы от первую вот эту петельку лицевую меняем местами со второй. Провязали одну. Все, которая петля у нас уже есть, мы ее, как обычно, меняем местами. Провязываем. Нам нужно вводить новую дорожку. Мы провязываем еще одну петлю. И вот эти 2 петли меняем местами. То есть крайнюю левую петельку мы сейчас заведем перед, вот так, вперед. Все, поменяли местами, провязываем. Все, теперь мы заново начинаем вязать все ряды, как с первого ряда. Вводим дорожки, прибавляем петли для большого пальца и встретимся с вами, когда у нас для большого пальца появится 16 петель, мы его выделим отдельно, перенесем на бросовую нить и замкнем ладонь и будем вязать ее без большого пальца. Я провязала нужное мне количество петель для большого пальца. Вот здесь у меня стоит маркер, у меня 16 петель. Я сейчас сниму маркер, и все петли, которые нам предназначены для большого пальца, я пересниму на бросовую нить. Бросовая нить может быть любой. В моем случае это тоже шерсть мериносовая, контрастного цвета. Возьмите достаточно гладкую, чтобы вам было удобно ее протягивать между петельками. И крючочком протаскиваем. Все, вытащили. Можно не завязывать, я обычно не завязываю, здесь шерсть твид не скользящая, заправляем внутрь ниточки. И теперь мы вяжем, маркер нам тоже не нужен. Теперь мы вяжем ладонь в круговую,
Тут участок, где мы соединяем вязание снова в круг, замыкаем. Нужно провязать несколько рядов очень плотно, чтобы у вас было минимальное количество дырочек. Рисунок на тыльной стороне ладони мы продолжаем в обычном режиме, как нам того требует узор. Маймитинги в процессе. Вот столько я уже связала. Вот так выглядит пальчик. Теперь я хочу кое-что сделать. Так как у нас митинги состоят из узора на внешней стороне и из изнаночной глади на внутренней, и растяжение и плотность у этих рисунков разная. У изнаночной стороны, да, больше как растяжение по ширине, так и по высоте. Здесь у нас более стянутое полотно из-за того, что мы постоянно смещаем петли. Поэтому, когда вы свяжете митинги и уже закроете петли по кругу полностью, вы увидите, что у вас внешняя сторона чуть короче, чем внутренняя. Внутренняя у вас будет выступать за вот эту внешнюю сторону. Ну, сильно при ношении этого видно не будет, но я бы хотела сделать, чтобы все было ровно. Поэтому я на этих митингах вот с этим узором сделаю укороченные ряды. Сейчас покажу, как. Я провязала узорную сторону, теперь перехожу на изнаночную и делаю укороченные ряды. Я провяжу первую петлю со стороны изнаночных петель, а вторую петлю я обхвачу рабочей нитью. Я снимаю петлю, обхватываю ее рабочей нитью, вот так кладу нить и перевожу петлю обратно на спицу, не провязывая. Разворачиваю вязание и вяжу в обратную сторону по рисунку. Я провязала изнаночную петлю лицевой, да, что вижу, то вяжу. Здесь у меня по узору я делала перемещение в предыдущем ряду, поэтому я буду вот эти перемещенные петли, наклонные, которые делают узор, просто снимать. Лицевая петля. Дальше я буду заглядывать на эту сторону, чтобы не запутаться в петлях. У меня будет 3 изнаночные и одну снимаем. 1, 2, 3. Одну снимаем нить перед работой. Вот так. Смотрим. Да, это та самая петля, которая образует нам наклонную диагональную линию с лица. Теперь раз, два, снимаем. Раз, два, три и одна лицевая. Разворачиваем. Мы провяжем одну петлю. Вторую петлю мы снимаем нить за работой. Вот так. И переводим нить как бы на внутреннюю сторону и обратно переодеваем петельку. Разворачиваем вязание и вяжем опять просто по кругу. То есть вот эту сторону мы сейчас не провязали, а провязали ряд обратно и вновь возвращаемся по тыльной стороне ладони. То есть мы тыльную сторону провяжем 2 раза. И укоротим тем самым полотно на ладони на 2 ряда. Я провязала тыльную сторону, перехожу на внутреннюю часть митинги. Первую петлю мы просто вязали, сейчас также провязываем. Вторую петлю мы не провязывали, а обвивали рабочей нитью. Этот обхват петли, вот он. Сейчас что мы делаем? Мы снимаем петлю. И вместе с этой петелькой мы должны вместе провязать вот эту завивку. Я их сейчас вместе соединила, надеваю обратно, чтобы мне было удобно надеть нить. Вот. И провязали изнаночной. Вяжем дальше по кругу до следующей такой петли, которая у нас еще с другой стороны ладони. Я довязала до петли, которую мы не провязывали, а просто обвили
нитью, делаем то же самое. Поднимаем вот этот наш, вот он, этот поясок у петли, надеваем на спицу и провязываем вместе. Смотрим, чтобы у нас все петельки были не скрещены. Вот. И провязываю изнаночные 2 вместе. И сбрасываем. Все. Изнаночная. Все, теперь я буду дальше вязать до нужной мне длины, до резинки. Я провязала от пальца, вот от этой точки, 26 рядов. Вот так выглядит длина моей митинки. При ношении немножко митинка сожмется и стянется вниз, поэтому я заведомо сделала чуть-чуть длиннее, чем визуально меня бы устроило. Она опустится обязательно, поэтому я сделала чуть длиннее. То есть, если я сейчас ее расправлю, да, она мне встанет прям под мизинец. В ношении она будет себя вести вот так. И вот так встанет. Все, сейчас я буду провязывать резинку. Начну я вязать резинку не с начала ряда, а с внешней стороны митинки. Это, да, вот так мы смотрим с этой стороны. Здесь большой палец. Это место наименее заметно глазу человека, поэтому здесь у меня будет начало резинки, начало закрытия петель, и с этой же стороны у меня спрячутся кончики нитки, когда я свяжу целиком митинку. Вяжем резинкой 1 на 1 скрещенными петлями. Причем для резинки из моих 50 петель 2 петли я уберу, чтобы резиночка у меня была еще прочнее и не растягивался вверх митинки. Первую часть из 2 петель, то есть мне нужно убавить 2 петли, одни из них я убавлю в начале вязания. Изнаночная петля, лицевая. И сейчас, когда буду вязать изнаночную, я провяжу 2 вместе. 4 осталось петли, лицо и изнаночные провязываем 2 петли вместе. Лицевая петля. И продолжаю резинку 1 к 1, но теперь уже лицевые петли резинки я вяжу скрещенными за левую стенку петли, как рассказывала в начале. Таким образом я вяжу 5 рядов. Я провязала резинку 1 к 1 со скрещенными лицевыми петлями. У меня провязано 5 рядов. Теперь мне нужно закрыть петли. Отрезаем нитку, сколько нам бы хватило для закрытия петель. Берем иглу с большим ушком, вводим нитку в иглу и приступаем к закрытию петель. Следующим образом. С лицевой стороны у нас чередуются лицевые и изнаночные петли, а с изнаночной, с внутренней, да, стороны наши изнаночные петли как бы становятся лицевыми. Запомни этот принцип и выполняем следующим образом. Мы будем закрывать лицевые петли с лицевой стороны попарно, лицевое с лицевой, и с внутренней стороны тоже лицевая с лицевой. Приступаем. Первая петля у меня в ряду изнаночной, начинаем с нее. Мы вводим иглу. Смотрим на нашу изнаночную с внутренней стороны, когда она станет лицевой. С лицевой стороны внутрь полотна снимаем петлю. И с внутренней стороны полотна, с изнаночной наружу. Протянули, затянули нить.
переворачиваем на лицевую сторону, смотрим на нашу лицевую петельку. Здесь нам нельзя скрещивать петли, поэтому мы вводим вот так за правое ушко с внешней стороны полотна и изнутри наружу. Первые две петли мы потом замкнем еще в круг, когда дойдем сюда и будем закрывать. Сильно тоже не затягивайте эту нитку, иначе у вас будет сильно стянуто край. Разворачиваем вязание как бы внутрь, с внешней стороны, с внутренней стороны. Затянули. Опять у нас лицевая, с внешней стороны, с внутренней стороны в лицевую петлю. Вот так. С внешней стороны в изнаночную, с внутренней. И так по кругу до конца. Вот что у нас получается. Я закрыла все вязание по кругу. Крайние петельки тоже подняла и закрыла их. Теперь вот эту нитку я заправлю. Вот видите, она пошла, поймала мою ниточку. Петельку я ее сюда заправлю и вот сюда пущу вниз, сюда вниз по петле и наверх. Вот так это выглядит. Длину митинки можно регулировать. Вот у нас плавное расширение ладони. Такой пряжи даже не видны наши прибавки, но ввиду того, что мы сделали равномерно, даже на той пряже, которая не имеет такого рисунка, который, ну, такой пряжи, которая затирает весь рисунок, все равно все будет выглядеть аккуратно. Вот они, наши прибавки на большой палец. Узор расположен четко по центру. Вот я им пользуюсь, и он уже не развернется внутрь к большому пальцу. Я переодела сбросовые нити, петли для большого пальца на наши спицы. Распределяю их пополам. Берем пряжу и начинаем вязать пальчик. Держим крепко нитку, чтобы у нас не растянулась сильно первая петля. Потом мы ее в любом случае подтянем. Мы провязали все петли пальца. И нам нужно еще добавить несколько петель на большой палец. Что мы делаем? Я добавлю 3 петли дополнительно к тем петлям, которые уже у меня есть. Вот у нас как бы центральная часть нашего пальца. Вот так пошли вертикально петельки наверх в рядок. Я вот с этого центра добавлю 1 петлю. И вот слева и справа тоже по 1 петле. Для того, чтобы добавить петлю, нам нужно взять из полотна чуть-чуть поглубже, крайнюю брать нельзя, потому что будет дырка. Нам нужно взять, вот, например, вот эту петельку. Смотрите по расположению. Здесь нет какой-то обязательной аксиомы к исполнению. Вот хорошая петелька, она достаточно глубоко и равномерно удалена и от этой середины, и от этой петли.
И сразу давайте возьмем серединку и подцепим. Также крайнюю не надо брать. Возьмите на одну петельку поглубже вот эту. И вот эти две петельки мы наденем на левую спицу. Так. И провяжем из них новые петли для большого пальца. Из этой петли тоже. И нам нужна еще теперь третья петля, тоже между центром и нашими петлями, где-то здесь. Поднимем сейчас ее. Возьмем вот эту. Она чуть в глубине полотна, и из нее вывязать петлю, и не будет дырочки. Так, только тоже развернем, чтобы она не была скрещенная. Вот так. Теперь подтянем нашу первую петельку и продолжим вязать. Вот здесь очень важный момент, чтобы не было дырочек, все плотно держать. Продолжаем вязать изнаночные. Во внутренней стороне большого пальца еще пару рядов провяжем поплотнее, и дальше можно вязать уже обычной плотностью той длины палец, какой вам необходимо, учитывая то, что в конце у нас также будет резинка один к одному. У меня это 5 рядов такой резинки. Оставьте вот эту ниточку снаружи, потом ее лучше заправим после того, как вы провяжете пальчик, потому что сейчас у вас будет возможность подтягивать, а потом ее спрячем. Я провязала 10 рядов для большого пальца. Вот так это смотрится. Теперь я буду вязать резинку один к одному скрещенными петлями, так же, как здесь, 5 рядов. И закрою точно так же петли.